Приближается весна, значит, горячая пора для артемовских дорожников, которым необходимо провести ремонт сразу на нескольких участках дорожной сети муниципалитета. О результатах, с которыми ведомство закончило прошедший год, и планах на нынешний рассказал начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Николай Кокшаров. Согласно уставу МБУ ЖКС, осуществляется деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории города Артемовск. Постановлением администрации Артемовского городского округа от 3.12.14 года номер 1687-ПА учреждена муниципальная программа развития Артемовского городского округа на период до 2020 года. Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Артемовского городского округа осуществляется в рамках подпрограммы обеспечения и развития дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства. Подпрограмма предусмотрена выполнение следующих мероприятий в сфере дорожного хозяйства. Это заложено капитальное вложение в строительство участка автомобильной дороги по улице Мира, содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них. Приобретение, установка и обслуживание оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения. Также капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа. И обустройство пешеходных переходов и подходов к ним, в том числе включая и общеобразовательные и дошкольные учреждения. Решением Думы Артемовского городского округа от 25.12.14 года номер 587 об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годов размер дорожного фонда Артемовского городского округа на 2015 год был установлен в объеме 41 миллиона 907 тысяч рублей, в том числе на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Артемовский предусмотрено 29 миллионов 367 тысяч рублей. Средства дорожного фонда Артемовского городского округа, предусмотренные на содержание дорог в городе Артемовске в 2015 году, были направлены на реализацию следующих мероприятий. Это содержание автомобильных дорог, включая автобусные маршруты и второстепенные дороги. Также содержание искусственных сооружений, расположенных на них, и текущий ремонт автомобильных дорог. Так, к примеру, на содержание на план на 2015 год в плановых мероприятиях содержание автобусного маршрута было выделено 3 миллиона 94 тысячи рублей и второстепенные дороги 3 миллиона 556 тысяч рублей. Проведено общий вид работ по ремонту дорог. Выполнено это 9 тысяч под асфальтирование, 9 тысяч 26 квадратных метров, из них ямочный ремонт 1255 квадратных метров, и картами закрыто на 7760 квадратных метров. Общая площадь также грейдирования дорог выполнена на 27651 квадратном метре. Общая итоговая площадь по ремонту дорог за 15 год составила 36677 квадратных метров. Кроме этой работы, артемовские дорожники в прошлом году активно занимались установкой дорожных знаков возле образовательных учреждений муниципалитета. Цифра внушает уважение. Всего в нашем небольшом округе было установлено 316 знаков, которые призваны сделать зоны возле образовательных учреждений более безопасными с точки зрения дорожного движения. По результатам выполненных в 2015 году мероприятий были достигнуты следующие целевые показатели. Общий километраж выполненных на реализацию мероприятий это у нас 9 километров. Километров 880 метров. Это мы положили под асфальт. Общая площадь в процентном соотношении общей протяженности дорог составила 7,3%. Это у нас получше получилось, чем в 2014 году. Показатель протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог в 2015 году не исполнен ввиду отсутствия финансирования на мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог. В 2016 году запланированы следующие мероприятия у нас. Это ремонт дорожного полотна улицы Дзержинского, улица Лесная, ремонт улицы Свободы от улицы Линейна до улицы Акулова, ямочный ремонт улицы Гагарина, то лендорожного полотна с выходом на улицу Терешкова. И запланирован капитальный ремонт участка улицы Ленина от улицы Молодежи до площади Советов. В настоящее время в Артемовском округе существует острая проблема ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, так как уличная дорожная сеть не отвечает требованиям ГОСТа
И основным приоритетным развитием дорожного хозяйства на территории округа на ближайшие перспективы является это осуществление ремонта существующих дорог и приведение их в нормативное состояние, отвечающее ГОСТу, содержание сети автомобильных дорог согласно регламенту содержания автомобильных дорог местного значения, утвержденного постановлением администрации Артемовского городского округа от 30.12.11 года номер 1744 ПА, и обеспечение безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров автомобильным транспортом.